Что ж, я вообще не попал, но здесь вас точно научат попадать в яблочко. Центр стрелковой подготовки на центральном стадионе открыл набор детей. Их научат стрелять из пневматического и пулевого оружия. Ну, изначально, когда мы набираем детей, они могут начать стрелять с пневматической винтовки. Пневматика у нас, то есть, обычная. С нее стреляли. Также у нас есть пистолет пневматический. Также они могут выбрать уже, с чего им удобнее, с чего. Ну, чтобы разнообразить, чтобы не было такого, что вот они зациклились только на одном. У нас есть пистолет тоже и спортивный. Ну, они более такие начинающие. Я с такого же, вот, как мы обучаем, с такого же выполнил первый взрослый разряд. У нас самая главная задача, то есть, рассказать технику, научить. В центре работают не просто инструктора, а настоящие профессионалы, мастера спорта, призеры и участники чемпионатов России, Европы, мира. Они научат попадать только в яблочко с дистанции 10, 25, 50 метров. Все три тира находятся на центральном стадионе. Это у нас второй тир на 50 метров, то есть здесь в основном стреляют из малокалиберной винтовки. То есть эта винтовка уже посерьезнее, там стреляют уже патронами. Люди здесь стреляют и стоя, и лежа, и с колен. Особенность из пистолета стрелять — это в том, что тут у нас не как с винтовки, например, стреляется как с колена, лежа и стоя. С пистолета всегда стреляется стоя, никаких поддержек. Секцию посещают они два раза в неделю, то есть в нее входит, в месяц входит 8 занятий. 4 занятия они стреляют из пневматики, из винтовки или же из пистолета, и малокалиберная винтовка. Записать своего ребенка на первое занятие и узнать все подробности о центре стрелковой подготовки можно по номеру на экране. Возрастное ограничение 12+. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.